А главное, дешево. Дружелюбием, как это говорится, гостеприимством, дружелюбием попозже воспользуемся. Заказали себе шашлык, башлык, вот тут и всяко разное, и другие элементы. Вот веган наш. В общем, откушиваем. Здесь вот деревья, все хорошо.
заставить ее привязать. И я позвоню отцу Гордону, нужно, чтобы он приехал. О, кто-то смотрит фильм, кто-то борется. Нормальная тема. Это подъем с переворотом, Миш, называется. Жить здесь буду. Все туда делаю. Пираты Каспийского моря. Какой этаж? А мы же 7-й. 17-й. А, 17-й этаж. Так 17 или 18? 17 остается. Ну, хоть вода, кстати, есть. Ну, такое. Дед между Ленинградом. Все видать. Поверните налево, а затем перейдите дорогу. Как скажешь. Как ты вчера провел день? День? Да, да все в суете, знаешь, все в разъездах. Сцену собирали. Сначала руками, потом на фейдерах. Да-да-да, потом фейдеры отвалились. О, кошки. Это же мой рыжий кот. Через 50 метров поверните направо, на улицу Гаруна Курбанова. Че ты гонишь? Вот мы пришли уже. Вы на месте. Спины забивает водки. Лицом сразу герочек.